Всем привет! А сегодня я покажу вам, как приготовить простую вкусную закуску у себя дома. Для этого нам понадобится тартар из красной рыбы, одна из четырех заправочек, которую вы можете купить в наших магазинах. Сегодня мой выбор пал на средиземноморскую заправку. Обязательно хорошо встряхните баночку и добавьте ее просто в наш тартар. Хорошо вымешайте. И пока тартар немного замаринуется, я вам покажу лайфхак, как его красиво можно отдать. Для этого берем стаканчик, в котором вы купили наш тартар. Отрезаем верхушку, буквально до середины. Кладем на тарелку и выкладываем туда наш тартар. Аккуратно поднимаем, подаем со свежим хрустящим хлебом. Быстрая и вкусная закуска готова. Приятного аппетита!